У шкафа один для конкурса. Дети читают и пишут стихи. Константин Симонов, Родина. Касались трех великих океанов. Она лежит, раскинув города, покрыта сеткой меридианов. Непобедима, широка, горда. Но в час, когда последняя граната уже занесена в той реке, и в краткий миг припомнить разом надо все, что у нас осталось вдалеке, ты вспомнишь не страну большую, какую ты изъездил, узнал, ты вспомнишь родину такую, какой ее ты в детстве видал, клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким овняком. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, что видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить зной, грозу, морозы, да, можно голодать и холодать, идти на